Умер поэт Наум Каржавин, уроженец Киева, русский поэт, драматург и переводчик. Наум Каржавин скончался на 93-м году жизни. На 93-м году жизни в пятницу, 22 июня, скончался русский поэт, драматург и переводчик Наум Каржавин. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила поэт и музыкант Вероника Долина. По данным СМИ, поэт умер после продолжительной болезни. К слову, Наум Каржавин, настоящая фамилия Мандель, родился в Киеве в 1925 году. В 1947 году его арестовали в рамках борьбы с космополитизмом и выслали в Сибирь. Он вернулся в Москву в 1954 году. Известность поэту принесли стихотворения в сборнике «Тарусские страницы» 1961 и «Годы» 1963. В 70-х годы Каржавин эмигрировал в США в штат Северная Каролина. Первый раз он приехал в Москву по приглашению поэта Булата Акуджава во второй половине 80-х. Напомним, в Феофании скончался общественный деятель, литератор и поэт Иван Драч. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.